Катерина! Катерина Сфорца! Я знаю, что ты там! У меня есть то, что тебе нужно! У тебя дети не пропадали? И Эцио Аудиторе здесь? Какой приятный сюрприз! А вы, должно быть, братья Орси. Людовико! И Чекко! К вашим услугам! Довольно! Где мои дети? Отпустите их! Конечно, сеньора! Мы будем рады отпустить их! За кое-что ценное! За некую карту! И за некое яблоко, брат! Да! И за некое яблоко! Или мне перерезать горло твоим малышам! Негодяи! Думаете, что запугали меня? Я ничего вам не дам! Вам нужны мои дети? Забирайте! Мне есть чем делать новых! Если вдруг передумай, что они будут в деревне, за городом! У тебя ровный час! Катерина, нет! Я не допущу, чтобы ты жертвовала детьми! Никто и никем не жертвует. Верни их мне, Эцио! Си, положись на меня. Яблоко должно остаться в крепости. Охраняй его. Чекко и Людовико Орси. Им наскучила жизнь в деревне, и они решили, что пора заняться чем-нибудь поинтереснее. Они стали пускать деньги в рост, и это принесло им огромную прибыль. В основном потому, что они убивали тех, кто не возвращал долг. Затем Катерина Сфорца наняла их убить ее мужа-тамплиера, Джероламо Риарио. И они сделали это как настоящие рыцари. Подъехали к его дворцу, зашли в обеденную залу, проткнули его мечом, разграбили дом и бросили обнаженное тело хозяина в центре города. По данным Абстерго, Родриго Борджиа, бежав из Венеции, предложил братьям немалую сумму за частицу Эдема и, конечно, голову Катерины. Это братья Орси придумали похитить ее детей. Скажите, куда катится этот мир, если богачи вытворяют такое? Черт, я не вижу его. Aspetta. Моя мама не даст меня в обиду. Если вы попали...
пальцем тронете моего братика, мама поймает вас и голову оторвет! Понятно? Спасибо! Спасибо, миссэр! Но мой брат Октавиан! Они держат его на маяке! Все безумцы! Грант Ассасино! Это какой-то бред. Я знаю, что он делает. Чего-нибудь поесть? Сеньор, накормите меня! Баста, у меня от тебя голова раскалывается! Это последний шанс, Катерина! Или... Яблоко! Или я сломаю мальчишки, но... Катерина сглупила, отправив тебя сюда. А может, это ты глупец, раз готов умереть за пару монет? Оно того стоило. Благодаря мне господин получит то, что хотел. Тогда умри. Гордость тебе не поможет. Покойся с миром. Спасибо, сеньор! Гасконцы! Будьте осторожны! Приносите им вино или совершайте... Что ты здесь делаешь? Прости, Эцио. Мне так жаль. Что произошло? Это была уловка, чтобы застать нас врасплох. Как только ты ушел, они напали снова. Чекка Орси забрал яблоко. Что? Нет. Где он? Мы прогнали его отсюда, но этому ублюдку удалось бежать в горы. Я иду. Последствия казненные.
Вы не поверите, насколько низкие у меня цены. Заходите еще раз. Тот, кому известно что-либо о местонахождении украденного пальца святой Кьяры, получите... Еще один! Я еще один! Мы его поймаем! Приносите им вино или совершайте переходы в час трапезы. Я поймаю его. Визаты все распроданы, но я принимаю заказы на будущий год. У меня есть почти готовые... Где шьют такие платья? У меня его нашел человека. Бой оружие! Мы проучили еще одного кретина. Ремесленников! Он быстро устал. Бей его! Так что не рискуй. Ждите, пока он раскроется. Сейчас мы избавим тебя от страданий. Выходи сзади! Преграда! Перфекто! Це тропа ленто, парни! Быстрей, скотина! Не трогайте меня, я без обиды! Подходи, я выпущу тебя! Если нарушаешь закон, будь готов понести наказание! Бей его! Чему я вас учил? Такие цены! Товары того стоят! Я не так... торгую дрянью! Дьявол! Тебя уже заждался! Вон он! Попробуем на нем старый трюк капитана. Черт, он уходит! Ногу! Там, там! Не хочешь передать что-нибудь своей подружке? У меня скоро с ней свидание. У меня высокий цель. Удачи, сеньор. Друзья! Так приятно иметь с вами дело. Или совершаете переходы в час трапезы. Не лезь в это дело. Где? Убей, пожалуйста, кто? Тебе здесь не место! Уходи!
Это без меня, ладно, страдай! Я не тот, кого вы ищете, не трогайте. В чем дело? Все, ах, да. Нужно уходить. Бай, бай. Здесь ты не пройдешь. Кажется, что я его знаю. У меня странное чувство насчет этого человека. Итак, ты снова забрал наше сокровище. Неужели оно стоит стольких жизней? Такая ценная вещь надолго у тебя не задержится. Посмотрим. Посмотрим. Сколько зла порождает алчность. Покойся с миром. Стой. Нет. Кто ты? Стой. Не открывай. Богу, ты жив. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Я не знаю. К счастью, один из моих солдат нашел тебя в горах, рядом с телом Чека Орси. Да, это я помню. Постой, там был третий. Он забрал яблоко. Кто? Он был в черном, будто монах. Кажется... Без одного пальца. Да, Катерина, мне немедленно нужно идти. Хорошо. Держи, это тебе пригодится. Об этой карте говорил Никола, карта твоего мужа. Бывшего мужа Мио Каро. Он клялся, что узнал, где находятся все страницы кодекса. Яблоко ты заберешь, а сокровищницу без карты не найти. Знаешь... Неподалеку в низинах есть аббатство. Монахи там ходят в черном. Начни поиски оттуда. Давай иди. Разыщи этого чертова монаха. Кажется, я буду скучать по тебе, Катерина. Конечно, будешь. Здесь нет места! Уходи!
Он там, вперед! Благословляю. Спасибо. Ты не мог бы помочь мне? Что тебе угодно? Я ищу монаха в черном, у которого не хватает одного пальца на руке. У брата Гвидо нет пальца на ноге. Ты ничего не перепутал? Уверен. Есть еще брат Доминико, но у него не хватает всей левой руки. Нет, я уверен, что не хватало только пальца. Подожди секунду. Да, я видел девятипалого монаха в черном. Да, конечно, на празднике в честь святого Винченцо. Так, я знаю, где это. Поищу там. Спасибо. Иди с миром, брат. Я всегда с миром. Сейчас вы узнали меня с плохой стороны. Этот убийца... Прости, брат. Не мог бы ты... Демон! Прочь! Прочь! Что случилось? Ты тот, кто убил брата Стефано! Братья! Этот убийца монахов вернулся! Помогите! Сумасшедшие! Бегите! Сам такой! Защити! Хорошо. Жизнь не видел такого страха. Не трогайте меня! Защитим. Сумасшедший! Эй! Что с тобой? Ненавижу вас, иностранцы! Если вы не прекратите, я позову стражу! Вам всегда кажется, что вы... Он вовсе не герой! Он убивает всех врагов! Не надо! Я не хочу умирать! Я убиваю только тех, кто убивает других. А твой брат Стефано был убийцей. И я уверен, что ты не из таких. Послушай, я ищу монаха в черном, у которого нет одного пальца. Нет одного пальца, говоришь? Ты имеешь в виду Савонаролу? Савонарола? Кто это? Ты его знаешь? Знал.
Он был одним из нас когда-то. А потом? Мы посоветовали ему пожить отшельником. Он с нами не ужился. Боюсь, что его затворничество подошло к концу. Куда он мог отправиться? О, боже! Санта-Мария дель Кармене? Он учился во Флоренции. Возможно, он вернулся туда. Спасибо. Иди с Богом, брат. Джероламо Савонаролла. Доминиканский монах из Феррары, серьезно относящийся к своему делу, он видел пороки своего времени, богачей, втаптывающих бедняков в грязь, священников, торгующих индульгенциями, и это свело его с ума. Савонаролла назвал себя орудием Господа и явился во Флоренцию. Его пламенные проповеди приводили людей в выступление. Он требовал отменить собственность, остановить прогресс и вернуться к временам Эдема. Он стал врагом знания. Обладая частицей Эдема, он мог уничтожить все. Книги, картины, музыкальные инструменты. Все он сжигал на костре тщеславия. Пришло время, и легионы его последователей захватили власть. Флоренция погрузилась во тьму. Эй, Дезмонд, кажется, мне удалось восстановить последовательность. Попробуй открыть ее. Будь у Пьера десятая часть силы его отца, мы бы не остались без крова. Было позволять этому монаху оставаться в городе. Ты посмотри, что он натворил. Лечу всех. Я не понимаю, почему они терпят эти издевательства. Бей его! Он сказал, что наше имущество принадлежит церкви святого Марка. Даже Боттичелли поддерживает это чудовище. Это колдовство. Моей лавке только... Не волнуйся, мы его поймаем. Ты не один, брат. Я мечтаю о том, чтобы ассасин вернулся во Флоренцию и освободил нас. Мишенью для лучника. Конца! Вперед! Ждите, когда он откроется! Борта! Ну и вонь! Молодец, отлично!
сейчас я отправлю тебя в ад. Сайль. Ай, паура. Привет, Эцио. Ты умеешь выбрать время для визита. Значит, это правда? Савонаролла подчинил себе Флоренцию? Да. Не без помощи нашего коварного артефакта. Значит, нужно как можно скорее вернуть его. Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ха. А когда бывает просто? Расскажи мне обо всем. Пойдем со мной. Все началось несколько недель назад. Внезапно все стали превозносить того, кого недавно презирали. А, яблоко. Лишь отчасти. Он покорил не город, но его правителей. Тех, кто обладает влиянием и властью. А они уже заставляют... народ исполнять... этого безумца. И люди поступают так, словно у них нет выбора. Мало кто осмеливается нарушить статус-кво. Так что мы должны помочь им узнать правду. Доброго дня. На их одежде герб Борджиа. Да. Испанец шлет новых и новых солдат во Флоренцию. А Флоренция отправляет их обратно. Обычно по частям. Значит, он тоже знает, что яблоко здесь. Весьма прискорбно. Андиамо. Бей его! Эксколо! Бей его! Господи, за мной. Еще идем. Открытое нападение слишком рискованно. Верно. Но есть ли у нас выбор? Не считая правителей города, у остальных все еще своя голова на плечах. Си. И они следуют за Савонароллой не по своей воле, но по принуждению. Си. Тогда воспользуемся этим. Если мы заставим замолчать его подручных и воодушевим недовольных, Савонаролла отвлечется, и я нанесу удар. Отлично. Я поговорю с Ля Вольпой и Паулой. Они помогут нам поднять бунт, пока ты освободишь район. Значит, решено. Я беру на себя его сообщников. Чему я вас учил? Терпеть! Дождитесь удобного момента и нанесите удар!
Помните, чему вас учили? Делайте то, чему я вас учил. Заходи сзади! Бей! Просто окружите. Делайте то, чему я вас учил. Куидиам, ты так и будешь стоять там? Поджарить или запечь? Черт, он уходит! Тебе конец! Ждите удобного момента! Не поддавайтесь! Отриньте низкое и презренное! Ищите спасение в пламени! Сегодня я призываю вас уничтожить их, предать их огню. Тогда вы очиститесь, тогда вы обретете свободу. Откажитесь от них самостоятельно, иначе вас заставят мои люди. Мы его поймаем. Вон он, далеко он не уйдет. Форце, форце! Что я наделал? Что я наделал? Ты действовал не по своей воле. Нет, по своей. Я подчинялся, так как сомневался в себе. Мне жаль. Мне тоже. Я делаю это с тяжелым сердцем. Покойся с миром. Делайте то, чему я вас учил.
Проходите, не стесняйтесь. Жители Флоренции, подходите, выслушайте меня. Конец света близок. Покайтесь, молите Бога, чтобы Он простил ваши грехи. Разве вы не видите знамения? Мятежи, голод, болезни. Все это предвестники тьмы. Мы должны быть тверды в вере, чтобы... Быть сломать, не поглотило... Это же... Куда это ты собрал? Поздно, ты думаешь, откуда? Напарь, какой странный плач. Я чувствую, что ты действовал по своей воле. Не всех из нас нужно было обманывать. Я уже верил в это. Я говорил истину. Истины нет. Мне нелегко делать это. Покойся с миром. Что-то болит, друг? У меня высокие цены, но товары... Бойте его, дорогой! Джомана, сеньоре, что битву за нас идет. Кого вы можете поранить? Он будет отважно сражаться со стражей и пути наделен. Здесь никто не пройдет. Слышите меня? Этот мост будет закрыт для вас до тех пор, пока вы все не покоритесь пророку Савонаролле. Ваши стоны и жалобы. Вы говорите, у вас дела, встречи, обязательства. Ха! У вас только одно обязательство — покориться! Зачем драться? Зачем сопротивляться? Город наш, а ваши драгоценные медичи вас бросили! Сбежали, спасая свои шкуры! Дешево народ... Пола желает вам только добра. Он очистит город от пороков и соблазн. Объединит людей с помощью веры перед Господом сердца. Это не... Возможно, это он. Это наш шанс начать все. И прийти к... Не волнуйся, ему конец. Yeah.
Ты одет как дворянин. Как Савонаролле удалось околдовать тебя? Богатство и власти никогда не бывает достаточно. Я хотел большего. Ну а в итоге ты лишился всего. Я должен это сделать. Покойся с миром. Ну и... Охраняйте ящики! Нельзя допустить, чтобы их содержимое попало в чужие руки! Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. У меня странное чувство насчет этого человека. Почему медичи еще обладают влиянием? Посмотрим, как они будут упорствовать. Когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Почему медичи еще обладают влиянием в этом городе, выше моего понимания? Надо же, а ведь я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророка... Савонаролла ведет нас в новую эру равенства, братства и справедливости. Нужно только сбросить оковы тяжелого прошлого и принять Господа,
Крестьянам вход воспрещен. Где? Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Выше моего понимания. Похоже, я устал. Надо же. А ведь я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророк открыл мне глаза. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Этот плащ где? Вот он! Я не вижу. Где он? Равенство. Братство и справедливости. Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если хотят, пусть признают власть Савонаролы. Дио Бетто, как странно. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе? Выше моего понимания. Надо же, а ведь я считал их своими покровителями. Но лишь до того, как пророк. Я понял, что торговля — это зло, которое разобщает людей. Савонарола ведет на... в новую эру. Равенство, братство. И справедливо. Встречались? Это же... Что? Что я наделал? Ты принуждал людей верить. Иногда людям нужно указывать, что думать. Это никогда не приводит к добру. На сердце тяжесть. Но мои мысли ясны. Покойся с миром. Что-то болит, друг? Вот и все. Если что, возвращайся.
поступают.